Всем привет, с вами ваш Заграндом. На данном видео расскажу, на какую смесь необходимо класть керамические блоки. Керамические блоки необходимо класть на так называемую теплую смесь, так как она отличается повышенными теплоизоляционными свойствами. А сейчас я вам расскажу про важный момент, который многие упускают. Для приготовления теплой смеси вам понадобится вот такая бочка и бетономешалка. Многие спросят, и что здесь такого? А то, что бочку рекомендуется покупать сразу с теном. Летом данный тен не используется, но когда наступает весна либо осень, воду рекомендуется подогревать. Если вы строите дом из керамических блоков, то использование обычной смеси не рекомендуется. По причине того, что у вас в постельных швах будут образовываться мостики холода. Запомните главное. Если вы строите дом из керамических блоков, то необходимо использовать теплую смесь. Иначе вы просто переплачиваете деньги за керамические блоки, это деньги на ветер. Подведем итог. Стройте дом из керамических блоков, используем теплую смесь. С вами был ваш Заграндом. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока!